Людмила Шмелева получила свидетельство о занесении на региональную доску почета впервые. Она педагог, работает в гимназии номер 2. Считает, что учитель должен совершенствоваться точно так же, как совершенствуются ее воспитанники. За плодотворную деятельность она и получила такую награду. Это огромная честь. Это еще не менее большая ответственность, которая на нас накладывается. Надеемся, что результаты нашего труда будут востребованы и помогут конкретным людям. Граждане и юридические лица заносятся на доску почета за заслуги в сфере государственного управления, культуры, искусства, образования, многолетнюю плодотворную трудовую и общественно полезную деятельность, направленную на развитие региона и многое другое. Результаты подводились по итогам 2019 года. Торжественное мероприятие по занесению граждан и юридических лиц на доску почета Рязанской области традиционно проводится в мае. Однако из-за эпидемиологической ситуации мероприятие перенесли. Вручение состоялось 28 сентября с учетом всех необходимых мер. В нашем регионе живут трудолюбивые и талантливые люди, поэтому и претендентов на доску почета всегда много. И среди предприятий, и среди работников самых разных отраслей. Оказаться на доске почета – это несомненное призвание и стимул для достижения еще более высоких трудовых и производственных результатов. Всего награду получили 48 человек и 12 юридических лиц. Каждому из 60 участников вручили персонифицированные свидетельства о занесении на доску почета Рязанской области. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».